Максим Галкин в очередной раз поделился в интернете трогательными кадрами с детьми Лизой и Гарри. В сторис он опубликовал видео, на котором видно, как семья проводит время, а на заднем фоне играет песня Аллы Пугачевой. Мальчик рассказал, что из маминого ему больше всего нравится «Осторожно, листопад», а Лиза заявила, что они недавно смотрели видео, как родители пели дуэтом. Детей Галкина и Пугачевой просто обожают в сети. Одна из причин то, что Галкин выкладывает не постановочные видео, а живые. А наблюдать за малышами одно удовольствие. А какая у вас любимая песня Аллы Пугачевой?